Давайте сначала сюда сходим. Все-таки. Потому что туда вернемся, взломаем камеру аккуратно. О-о-о. Они вечно с протянутой рукой. Эти люди, конечно, любят музыку и песни, но они такие ленивые. Ты чё, что? А этот у нас труп откуда тут взялся? Хороший вопрос. Знать бы на него ответ. Там ещё кто-то разговаривает. Ох, неспокойно я себя здесь чувствую. Давайте послушаем дневник. Плазмиды — это краски. Тененбаум. Иногда мне жаль эту дурёху. Такое скудное воображение. Собирает в бидоны свой адам, перерабатывает, оптимизирует. А мне нужно творчество. Адам — это холст для генных модификаций, а плазмиды — это краски для холста. Ясно. Скоростной взломщик. Так. Видишь мой глаз?